Всем привет! Я вышла вот из дома. Хочу сейчас достать сено моим козюлькам и покажу вам, как зимуют мои домочадцы. Вот я зашла в загон. Открываю. Тут я одеялом вешаю. Не одеяло, это старое, плед такой. Чтобы они не открывали меня, я вешаю. Вот столько замело снега. Снега мало, правда. Вот мои козюльки две остались. Если они мне не принесут приплод, я их зарежу в этом году. Маленькая. Вот так они у меня зимуют. Сейчас свет я выключила. Вот. В общем, вот они у меня здесь. Две стоят. У меня лампочка тут висит. Я включаю им, потому что темно. Вот. Что, мои хорошие, сейчас я вам сено достану. Вот, надо было свет включить. Ладно, я сейчас свет включу и покажу. Вот, вот так вот они у меня зимуют. Ну, выпускаю их погулять. Там вон ветки валяются, они подходят, кушают. Здесь у меня куры. Я вешаю замок, потому что лазают, воруют. Все знают уже это. Сейчас я открою. Так, ну вот, я открыла. Повесила вчера им одеяло. Не одеяло, потому что плед. Холодно. У меня куры заболели. Болеют, чихают. Вот так они у меня зимуют. Мои курочки. Вот здесь козюлька с ними маленькая. И маленькая уже большая. Да, моя хорошая? Вот. Здесь она вот мы ей постелили. Вот так она сюда залазит. Вот. Куры болеют. Я уже вчера, позавчера зарубила. Чихают. Ой, несколько штук зарубила. Вот. Не знаю, наверное, придется еще рубить. И вот покрывал повесил, плед, чтобы меньше в дверь дуло. Да, моя хорошая? Вот так вот они у меня зимуют, вон, стоят. Здесь вот мы поставили батареи, вот такие вот, везде провели, чтобы здесь не так было холодно. Ну, так относительно было бы холоднее, как в прошлом году. Вот, было бы холоднее. Вот в этом году стоят батареи. Ну, так, можно сказать, холодно. Вот стоит курочка. Прятала свой. Вот. Головку свою спрятала. Вот батареи, они есть. Но они не очень-то такие чуть тепленькие. Вот прям еле-еле тепленькие. Вот. Ну так относительно, конечно, не было бы батареи, было бы еще холоднее. Ну вот так они у меня зимуют. Вот сейчас январь месяц, уже полмесяца прошло. Вот корм я им сюда сыплю, там еще в кормушках. Вчера давала им мешанку, делала, сварила им. Ой, господи, сварила им кашу. Вот. Давала вчера им. Они у меня кушали. Вот так вот они у меня зимуют, мои курочки. Вот. Относительно, конечно, улицы здесь тепло. Вот. Ну, не знаю. Посмотрим. Я вчера, позавчера 4 курицы уже зарубила. Вот. Не знаю, как эти. Вроде пока ничего. Посмотрим. Вот. Ну, так вот. Вот выпустила погулять. Немножко погуляет. Да, моя хорошая? Вот. Наш папочка снег чистит. Вот. Сосед баньку топит. Столько снега мало, правда. Те года было больше. Вон мои козы вышли. Там веточки у них.
Вон они кушают ветки. Вот. Сейчас достану им сено. Надо почистить. Уже выйти нельзя, не выйти, не зайти. Вот. Сейчас полезу на чердак. Покажу, сколько у меня осталось сена. Вот здесь вот у нас сено. Можно сказать, наш такой сеновал. Вот. Сено я покупала в этом году. В прошлом году тоже пришлось покупать, потому что не хватило сена. Мы подкупали его. Вот. Вот столько сена у нас осталось. Козла мы зарезали. Так, достаю, как они скушают, я достаю его. Вот столько сена. Темно здесь, не видно. Не хватит, еще куплю. Вот. Вот сейчас достану. Кормушки им положу. Вот. Вот так вот. Зимуем. Вот. С высоты полета снимаю. Вот так выкинула сено. Сейчас наложу им в кормушки. Вот, и вот они у нас кушать. Вот я дала сено. У нее кормушки нет, все никак не сделаем. Но я даже рада, потому что она это сено скидывает на пол. И вот сено на полу валяется. И там вот, где земля голая, я потрогала, она холодная. И вот так вот, где вот сено лежит. Я хочу вот отсюда еще собрать сено. Немножко туда по краям покидать, чтобы они не ходили, как, чтобы они как по-холодному не ходили. Вот сено, которое хочу вот так раскидать. Я им зерно на пол кидала, чтобы они специально ковырялись, вот, чтобы им не холодно было. Сено везде покидаю. Вот. Ну, так вот уплетает она сено. Козюлька маленькая. Сейчас зайдем. Большим я тоже уже дала. В общем, я хочу в этом году их зарезать, козочек. Козла уже зарезала. А там посмотрим. Если что, козленка еще мальчика куплю. К этой вот козюльке. Хочу обновить, если что. Ну, посмотрим. Так, ну вот так вот мои курочки зимуют. Сейчас я хочу им... Я хочу запарить им зерно. И еще хочу зерно им этот, как водой залить. И чтобы проросло зерно. Пророщенное зерно хочу сделать им. Вот, ну, в общем, вот так вот. Но все равно здесь так не очень-то жарко, конечно. Вот курочки вон мерзнут. Вот, ну, ковыряются, ничего. Но все равно относительно прошлого года здесь намного теплее. Сейчас пойдем. Козам я там включила свет. Что такое? Почему не закрывается? Эта дверь плохо закрывается. Замерзло там, что ли? Надо посмотреть. Вот. Здесь вот мои, я сейчас повешу вот это покрывало. Вот так дверь открыта, покрывало вешу, чтобы они туда-сюда ходили. Днем гуляли, а на ночь закрываю. Ну вот, я свет включила. Вот в кормушке. Сено вот в кормушке положила им. Они кушают, тут бегают. Одна бежит туда. Не видно так. Ну-ка. Вот одна бежит туда, другая бежит сюда. Потом меняются. Та, если бежит сюда, та туда. Козы это такое создание, что они не будут есть вдвоем с одной кормушки. Вот. А когда был козел, так он гонял их. Так, вот вчера давала кожурки картофельной очистки. Все съели, вот одни мандарины остались. Кожурки. Вот.
Так вот зимуют мои козюльки. Вода у них мерзнет здесь. Вот вода замерзла, лед. Ну, я чуть-чуть попозже им принесу. Каждый день ставлю теплую водичку им. Они пьют. Вот, ну, вот так вот зимуют. Вот. Так, папа у нас снег тут чистит. Так, папа, ну-ка скажи Ютубу привет. Привет. Вот, привет всем. Так, не мешайте мне, да? Да. Так, я хочу повесить. Вот у меня вот тут гвоздик такой. Вот. Вот так вот, каждый день вот так вот я делаю, чтобы мне было холодно. Вот так вот они у меня зимуют. Я надала чуть-чуть попозже водички, да? Давай здесь почищу. Давай. И кролики у нас. У нас 4 кролика осталось. Что-то мы хотели их уже не держать. А вроде бы вот с одной стороны хорошо, когда дома есть скотина. Вот один кролик. Вот даем снег, сено. Вот. Надо чистить уже клетку. Или пересадить другую. Вот. Ну так, сейчас что здесь? Ну, здесь вот он сидит. Там какает, а здесь сидит в этой клетке. Вот. Ну, еще ничего можно держать. С одной стороны, скотинку дома хорошо держать. Мясо, когда особенно денег мало, зарезал, сидишь с мясом. И потом у меня сын всегда говорит, свое мясо, это свое мясо. Вот. Здесь вот две вот тоже сидят клетки нечищенные. Надо пересадить их. Наверное, им тут холодно. Ой, зерно вот, хлебушка положили. Вот. Ну, может быть, с одной стороны навоз он греет. Там тепло. Сидит-то на навозе. Навоз горит, греет. Вот. А что нам сено-то не дал? Или они уже съели? И здесь еще один. Вот еще один, ушки больные. Наверное, придется... Нет. Или да. Голомотает ушки больные. Придется, наверное, его зарезать. Вот. Ну, все. Все наше хозяйство. Сейчас сено, да, что-то... Или они съели уже. Я обычно много всегда даю. Микки, уйди. Помощник. Ну. Помощник весь вон с его. Микки, ай, ты мой хороший. Иди, помогалка моя хорошая быдлячка, да. Мой хороший быдлячка. Иди за мной ходит, как хвостик. Куда я иду, туда и он. Так вот. Что там такое? Ну, как-то падает тут. Села-то. Ой. Ну, вот все наше хозяйство. Вот у нас метет. Метет. Снежочек минус 6 показывает в телефоне. Вот. Ну вот. Немножко показала. Наш хозяйство. Вот здесь утеплили. Холодно. Дом дырявый. Пришлось так временно утеплить. Вот. Так вот. Снег хрустит под ногами. Да? Снег хрустит под ногами. Вот я хочу начать замочить вот эти ванночки. У меня тут рассада была. Вот. И хочу здесь зерно замочить. Проросшее зерно хочу сделать. Чтобы курочки мои немножко хоть что-то, какие-то витамины получили. Я хочу сделать им пророщенное зерно. Вот сейчас замочу в этих ванночках. Он прорастет и буду им давать. Вот. Вот так помою их. Вот.
сейчас они помокнут у меня, я их помою. Я ходила, канистры эти собирала, можно сказать, ну не на помойке, а это раз, валялись они везде, вот это, вокруг деревни. Я вот когда в лес ходила, собирала их, домой принесла, вот так разрезала, чтобы мне не покупать, и сажала в них рассаду. Ну, с одной стороны, удобно, конечно, и бесплатно, главное, так эконом-класс. Можно сказать, для рассады. Вот. Ну, в общем, вот я замочила. Сейчас они помокнут немножко от земли. Я их помою. И сюда зерно. Насыплю зерно и налью водички немножко. Вот. Ну, вот я варю своим курочкам тут вот такую мешанку. Значит, вот тут зерно, горох. Вчера вот варила. И вот сегодня опять решила сварить. Покормить их таким вот мягким. Вот тут кожурки. Эту тыкву положила немножко. В общем, варю вот такое вот своим курочкам. Решила их покормить вареным. Ну, у них сухой там тоже есть. Вот. Но зерно я еще не засыпала. Воду не залила в эти ваночки, потому что я их еще не помыла. Ну ладно, всем пока-пока.